Ребятки, всем привет! С вами Дмитрий. И, как всегда, канал о наших птичках, о наших питомцах, любимцах. В общем, сегодня хочу показать клетку. Сделал я ее из П-образного профиля, из алюминиевого. Сделал для рассадной птицы, для манков. То есть манки, на которых вы ловите птицу, да и вообще просто самцы, чтобы послушать их пение в полном объеме, как бы на полную мощь, их надо держать желательно раздельно. Именно на вот этот вот сезон, когда нет разводни. В общем, сделал такую клетку, сделал ее за один день, так как времени вообще практически нет. Сейчас эта птица летает в вольере. Вот таким образом выглядит клеточка. Это все с алюминиевого П-образного профиля. Даже негде показать. Ну, вот такой вот профиль. Вот так он выглядит. Ну, но выдвижные пока сделал так, просто примитивно. В дальнейшем хочу с алюминия загнуть полностью, как такое корыце, чтобы дно полностью выдвигалось туда, чтобы она была полностью с бортиками. Ну, пока вот так вот. Дверьки сделал в виде салазок, они ездят, так вот открывается одно отделение, так перекрывается это отделение, открывается другое, так закрыто оба. Аналогично то же самое. Ну, как упоры служат обычно. Саморезы при шайбе. Да, еще сейчас покажу. Разделителем служит тоже вот так вот обычненько, примитивненько. Тоже сделал салазки. Но со временем здесь тоже будет более эстетично. Сверху тоже будет сетка, либо поликарбоната сделаю, чтобы этот вольер можно было вытаскивать на улицу, чтобы он в теплый сезон был на улице. В общем, была задача сделать клетку не просто для манной птицы, но во время разведения, чтобы можно было открывать. Можно было сделать целиковую пролетку, как бы, чтобы это была клетка не просто такая однофункциональная, просто держать и все. Она должна служить мне в разном направлении, так сказать. Вот такая клеточка. Сейчас ее оборудую, повешу поилочки. Поставлю жердочки. Жердочки сделаю круглые, а то на прошлой клетке меня там засыпали комментариями, что жердочки должны быть круглые и все такое. Это я и так знаю, что они должны быть круглые. Но у меня была канарейка, как я уже рассказывал, у нее не работали ноги. И с теми жердочками ноги разработались. Ну, вот такие вот чудеса. Так что вообще для птички жердочки должны быть не просто круглые, они должны быть разных диаметров, чтобы у птицы работали ноги в полноценном объеме, не просто в одном положении перепрыгивали с жердочки на жердочки, а чтобы и сжатие, и разжатие было у них разное, чтобы работали все части мышц. Ну, сейчас, в общем, повешу поилочки. Поилочки пока будут тоже примитивные, с обычных баклашечек обрезать. Посажу птичку и, в общем, покажу, как все будет на деле. Ну, а потом планирую зайти в зоомагазин. Тут просто зоомагазин ближайший 30 километров от нас. Так что пока нет времени ехать туда. А потом куплю поилки. Куплю кормушки нормальные, цивильные. И, в общем, вот так вот. А на заводе буду согнув
давно доработать. Ну и потом со временем сделаю перегородки более такие изящные. Почему не сетка, а ОСБ сюда в виде перегородок? Для того, чтобы птица друг друга не видела, чтобы она скучала, чтобы лучше пела на ловле. Ну, если кто знает, кто долго держит птиц, когда держишь одного щегла, и он не слышит подолгу других щеглов, он поет намного лучше. Здесь то же самое. По краям будут два щегла, в центре будет зеленушка и чижик. Ну все, смотрим дальше. Вот как тесак установил. Палочки повесил, поилочки. Поилочки простенькие, с обычных баклашечек. Клетка, конечно, она сделана для улицы. В ней там особо никакой эстетики нет. Конечно, лучше деревянных клеток ничего нет. Я люблю деревянные, но на улицу деревянная не пойдет. Солнце, жара, холод, осадки. Клетку хватит ровно на один сезон. Деревянная. А такая прослужит долго. Появилась какая-то болезнь. Вытащил все лишние деревянные детали. Выкинул. Поставил новые, железо прожег, паяли, все класс, вся зараза ушла. Чижик вроде прилетел. Чижара прилетел? Чижики прилетели? Так, ребята, потом уже послушаем. Всем пока, всем удачи.